Привет, жевжики! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество знакомиться с новой цивилизацией Вавилон в Sidmer's Civilization 6 Gathering Storm. С дополнением New Frontier, с новым патчем и с режимом героев. Напоминаю, спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных они выходят раз в день. Ну и если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните просмотр с первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Не буду, наверное, пока тут ничего союзить. Мехико, конечно, там на три клетки дальше работает, но в моем случае это нафиг надо. Научные ГГ. Ну, в научные можно, типа, отправлять. В связи с тем, что у меня университеты есть. Теперь хоть какие-то. Давайте два отправлю. Пока. И, кстати, можно будет в коммунизме взять следующим ходом. Давайте восстановимся. Так, забираем Чарльстон. Я думаю, даже можно не обстреливать его. Так упадет. И разрушаем. Нафиг нужен. Так. Ну, пора идти на Вашингтон. Пора идти на Вашингтон. Так. 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 Может, кстати, и не трогать Нангому, сразу в Вашингтон идти захватывать. Так, встану. Оно даст дополнительно просто от колонны транспорта перемещение. А, хотя какая разница, так встанем. Так. Продолжаем строить железную дорогу по всей стране. Я реально буду внутренние уже караваны пускать. Нафига мне? А, стоп, я сюда как раз шел обрабатывать. Ладно. Пойдем тогда... Не знаю, тут это бессмысленно, потому что далеко. Вот сюда давайте. Три заряда. Давайте вот тут железо добавим. Ну. Раз пять кликнул. Ну вот и что тут плавать? Все, пошли на Ндвингу морскую блокаду поставим. Или проатаковать Вашингтон. Так, 3 из 4. Я, по-моему, я все-таки строю, да, шпиона где-то? Нет. Ну, значит, надо строить. Давайте, наверное, пока амбар. Тут торговец возможен. Так, космопорт построен. Давайте ангар. Торговца куплю в Рапикуме. Странно, показывает, что у меня 3 шпиона. Ну, 3 шпиона. Написано, что 4, возможно. А где тогда четвертый? Что-то непонятно.
Ну, начинает затапывать. Кстати, может, Волу... Нет, давайте на науку. Новый Орлеан. Что, сильно утрачивает? Так, давайте, наверное, Виктора в Орлеан пока пересадим. Минус 8, это все-таки на 2 хода больше. Я думаю, что я Вашингтон успею за 2 хода взять. Блин, Криза берет. Все-таки, ну вот нафига ему этот ученый? Вот просто, просто интересно, нафига? Он же не улетит. А есть кто-нибудь, у кого больше культуры, чем у меня? У меня 228. 165. Так, господи, хватит. Вот реально в конце раздражает это. 183, 165 кельт, 174 киникия. Ну и все. Museums are on the front lines of the fight. The class struggle necessary. Так, принимаем коммунизм. The good thing about computers is... Открыли компьютеры. Как раз от внутренних торговых путей то, что надо. Бои на нашей территории не дают усталости. Вот учетные банки можно убирать, наверное. Я буду внутренние... Пускать. Может, республиканское наследие, жилье и довольство в каждом, все города с районом. Бонус соседства. Театрально там не так много. Два жилья с тремя и более. Может, рационализм поставить? Давайте посмотрим просто, сколько он добавит. А, сюда. И давайте все-таки республиканское наследие. Давайте глянем. 111. Он не может много добавить. 13. Ну, 14 добавил. Спутники и компьютеры. А спутник за счет чего я открыл? Нужен великий ученый или шпион. Хм. Это я украл, что ли? Так это же здорово. Давайте отправлять лунную экспедицию. Правда, она мне даст мало культуры. Еды не хватает. Давайте вот эту возьмем. И все равно не хватает. Отчеток. Блин. Надо диадум захватывать, эти клетки обрабатывать. Так, что нам в данном случае лучше? Наверное, королевское общество. Ну, королевское общество и гидроэлектростанцию. И здесь мы гидроэлектростанцию надо бы. Ну что, мне везде еды не хватает, не понимаю. А, вот, вот четвертый где. Так. В Отаманскую империю отправляем.
Знаете, что странно в шестой цепи, почему еще самолеты имба? Потому что они вообще никакой урон не получают от при атаке города. То есть кто-то, конечно, скажет, что надо ПВО ставить, но, например, в пятой циви, то есть давайте просто, ну, как бы по механике говорить, в пятой циви даже без всякого, там и ПВО тоже было, но и без всякого ПВО при атаке самолеты хоть какой-то урон получали, а тут я просто атакую и все, как бы, и чё напрягаться. Да, следующим ходом упадет Вашингтон. Что с Новым Орлеаном ничего не будет. Блин, и нечего опять похищать. Да что ж такое? То есть даже у человека на втором месте мне нечего тырить. Даже те старые какие-нибудь технологии. Разве это нормально? Нет, конечно. Осуждая меня полностью. Ну, вообще, кстати, Колумбия неплохо разрослась. Если бы у нее места были получше, наверное, это в некотором смысле баланс с их... Нет, мой броненосец. Ну и ладно. Врагу не сдается наш гордый варяг. Что-то меня все осуждают. Говорят, зря броненосец потерял. Блин, я забываю, что у меня истребитель. Вот, кстати, тоже вопрос. Почему игра тебя к истребителям не переносит? Почему они вот летают, типа, там, и считается, что ты... Хотя я могу ими сделать что-то. Yeah. Кстати, тут статуя Зевса. Ну, это... Вообще, надо посмотреть, в захваченных городах, может, такие чудеса прикольные есть. Я даже не обращал внимания. Отказаться от города. Пускай тут куролесит. Блин, я думал, можно его как-то сжечь. Честно говоря, это не прикольно. Монумент, амбар. Зоопарк давайте. Это будет меньше лояльность влиять. Ну, минус 7 терпимо. А в Улунде? А вообще отлично. Так. Пингала прокачан. Кто нам Лян прокачивать? Нету смысла. Рейна, Виктор. Даже не знаю. Какие тут у нее удваивается? Два золота за каждую особенность месяца без улучшений. За каждого жителя города. Ну, такое. Ладно, давайте Виктора. Хотя, опять же, не особо и надо. А вообще кто-нибудь ракетостроение, кроме меня, делает? Вообще хоть кто-нибудь... А, ну вот Канада вышла, да, но никто даже космопорт не построил. Ясно. Так, а до Нангома, наверное, не долетает.
Да, ладно, давайте проапгрейджу как раз к дальности. Ну, до Бостона, наверное, может. Да, блин, что, все походили все, да? Ладно. Забрали, да? О! Ну, блин. Я хочу. Вот мне вот этот ученый очень нужен. Нет, вообще без шансов. У меня как бы везде стоят. Да, вот это, конечно, проблема. Все информационные... То есть у меня бы открылись... Ну, хотя, с другой стороны, а что тут? Раз, два, три, четыре, пять. Вот этих пять бы открылось, и все. Кстати, у меня все тихие на улет-то открыты, кроме последний. Прикол. Так, слушайте, этот нам не нужен. Ты свое дело сделал. Видите, еще один археологический. Это Газгаргаму со мной, кстати. Ну, на самом деле, при игре с компьютером религиозную победу можно не сказать. Слушайте, а тут Паундмейкер-то хорош, он практически весь наш континент обратил. Колумбию не обратил и Алиенору, и Менелика. Хотя, может, это потому, что я позахватывал тут Америку, это, наверное, да. Что, а какая вот у меня религия главенствует? Католицизм, иудаизм, иудаизм, иудаизм. И православие, точнее, православие. Что-нибудь крутое тут есть в иудаизме? Храмы и святилища столько же культуры, сколько и веры. Не работает, не работает, не работает, не работает. Все чудеса света дают, ну, это кое-где может. Да, я еще не проверил реально города по чудесам. Тут ничего нету. Тут ничего нету. Тут ничего нету. В Вашингтоне, по-моему, только храм Зевса. Угу. Ну, плюс 50 к производству антиквалерийских юнитов. Нафига это мне? Так. Ну, наверное, Нангому хочу больше захватить, чем Бостон. А, блин, а тут нехватка. Там просто я на плюс 2 взял дальность. Использовал истребители, захватил. Вообще нету никакой науки тут. Блин. Чхучхон, блин. Я не хочу его. Еще появляются восставшие. Нельзя ко мне будут ездить. Но я не хочу.
don't wanna. Me not like it. Аэропорт. Так, давайте еще шпиона. Торговца куплю. Похищать нечего. Это грустно. О, а время есть. Давайте попробуем 84%. Не, построю. Нет, еще один можно. Еще одного торговца купить. Еще одного. А что так много торговцев можно купить? Я вроде один город только захватил. Да, я, конечно, без всяких ученых очень быстро все строю, но этот ученый мне бы помог быстрее кое-что открыть. Ну, вообще, в принципе, тем шпионами, которые у меня есть, просто посылая их в цивилизации с максимальным количеством технологий. На вашей территории минус 2. Нет, мне бы, конечно, те, которые... А, еще один шпион. Мне бы те, которые, наоборот, увеличивают. Ну, возьму торговца. Нормальный вроде. Блин, может, все-таки я успею. Смотрите, у него 17, то есть Аравия явно нифига не читает. То есть это примерно 6 ходов. Да, мне реально надо везде, где есть кампуса, читать проекты. Ой, вообще ладно, давайте так прокладывать дорогу. По прямой. Но мне это ускорит просто следующие тихие открытия. Вы же понимаете, что у меня просто все... Технологии информационной эры сразу откроются. Да, блин. Управление в шестой циви все еще... Каждый раз я... Ну да, вот это, конечно, зря. Сейчас они все ко мне тут лезть будут. Так, в Пусане. Кенджу. Чонджу. В Маракайбо. В Аксуме нет, в Булава ее нет, в Улунде. Ну тут, в общем-то, идет. Ладно, еще одну добавлю. В Новом Орлеане 20 ходов. Пожалуй, нет. Ну, 5 ходов можно поделать. В Нангоме нет. Кливленд, наверное, уничтожим. Так, а долго этот будет? Да, надо поторопиться.
только этот диадун колупаю. Не, у меня... А, слушайте, уже плюс по алюминию пошел. Все равно не хочу, я лучше бомбардировщик сделаю какой-нибудь. Так, все еще... Нечего тырить, да? Кто-то пытался мне что-то сделать, и я поймал Шумерской империи. Давай, давай, осуждай меня полностью. Так, господи. Можно это как-то вот, чтобы она так больше не делала? Кто у нас по науке, кстати? У кого тут больше? 319 у канаты, 316 у галлов. Plan violently executed right ну, now. Такое. Все юниты получают. Писатель. Художник. Так, смотрим. Он все еще не проводит проекты. Блин, почему я тоже 17? У меня тоже проекты закончились. Ну ладно, пока еще... Я везде по максимуму сейчас проекты поставил, на самом деле. Амори Блейн inherited. Или ты не восставший, а с Гансгаргаму там эта фигня приезжала. Непонятно было, цвета похожи. Ну, следующим ходом я его должен взять, по идее. Так. При задании контрразведки увеличивается. Отлично. Вот это у нас защитный шпион очень хороший. Так, ну как ни странно, я почему-то первым уничтожу зулусов, похоже, даже, а не там Корею или... Или... С кем там еще? Или Америку? Может, фестивали проводить уже, чтобы быстрее роботы открылись? Даже никто космопорт... Ну, там открыли хотя бы космопорт, но даже никто не построил еще. Нет, я хочу копать, где хочу. Копаю, где хочу. Ясно?
Давайте остановим агрессора, несомненно. Я считаю, тут Вавилон вообще распоясался. Не принято, а чё так? А кто голосовал за? Чака. Бедный Чака. Так, Дзяодун, по идее, должны забрать. Да, блин, чуть-чуть не хватает. А, вот теперь хватит. Так, и как я и говорил, я его хочу уничтожить. Нельзя разрушить изначальную столицу или город крупной цивилизации, который основали или которым владели вы или ваш союзник к началу войны. Это союзник владел? Блин. Тогда сохраню город. Жаль. Ну это, кстати, прикольно по механике. Сейчас передам я эти клетки. И те шну не передал. Ну, что поделать, ладно. Так, как у нас тут с ученым? 73, да? Ну, хода 4 как минимум. То есть надо проводить проекты. И копить деньги. Возможно, даже куплю я эту фигню. Не, плотину я тут не хочу. Торговца я... Нет, давайте мы не будем покупать. Ничего, нам надо... Да блин, неужели убьют опять? Ну почему? Ну это реально подкручено против Вавилона, я вот уверен 100%. She was dazzling. Блин, как тяжело вот. Им бы сделать просто метки со странами, нажимаешь на страну и там уже выбираешь город. Ну, кстати, у меня вообще куча бабла, даже с внутренними караванами. Так, этот у нас в космопорт. Этот у нас парень очень мощный. Ой, тут бомбардировщик уже построил. Давайте так прокачивать пока. Утонул военный лагерь, видите? Опять нечего воровать. Турция все еще вторая, интересная, надо глянуть. То как-то... Да, вторая. Канады меньше, у Рима еще меньше, но у него есть что воровать. Так, и космопорт все еще так никто и не построил. Когда строится космопорт, вот эта пимпочка горит. Пимпочка горит. Слушайте, мне, наверное, хватит этих самолетов.
Космическая гонка. Территория закрыта для рок-групп других игроков. Я бы, конечно, и Корею с удовольствием уничтожил, обсудумал. Ну, видите, столица остается, там слишком много лояльности, она не отпадает просто. Колония на Марс. Так, ну мне еще один проект, ну где-то вот здесь должен быть. Слушайте, я, скорее всего, его выкуплю. Это прям зашибись. Я обещал, что не буду строить кампусы и в захваченных городах ничего не буду строить. Я это выполняю. Вообще, канализация нужна. Послы. Ну, пока так. 170 науки, а у моего близнеца 270. Но он явно больше туда... О, слушайте, рапануи есть. Давайте в рапануи вольем. У меня куча театральных площадей. Так, Теодон я захватил. Ну, собственно, я тут... Больше мне тут делать нечего. Все, покеда. Покеда, Зусул. Так, перебрасываем истребитель. А где третий? Я перебросил. Подождите, вот тут он должен быть. Что-то я туплю. Так, этот до Бостона не долетает. Я так и не понял. Тут третий истребитель. Где он? А, я всеми походил, похоже. Странно. Да, вот сейчас бы портреты Филиппа писать, конечно, очень вовремя. И все еще нечего тырить. Ну, давайте беспорядки провоцировать тогда. Так. Да, ну тут 10 ходов нет смысла. Проекты делать. Немножко пофестивалим. Я хочу человекоподобных роботов открыть.
Если сейчас араб не проведет проекты никакие, то, в принципе, этого ученого заберу. А он вроде как не выглядит как проводящий проекты. Тут даже ученый, возможно, мне круче, чем плюс 100%, по той простой причине, что плюс 100%... Ну, то есть, я повторюсь, зачем мне плюс 100%, если я это открыть не могу? О, глобализация 3 хода, отлично. Смотрим на ученого. Я его могу купить. 750 проектов, космическая гонка. Отлично. Этого нанимаем. Этого покупаем. Ну, такую я сейчас у инженера взял, такого. Очень хорошо. Прям зупа-дупа. Так, пошли эту открывать. Робототехника через... Вообще, я следующим ходом ученого открою. Итак, мне глобализация нужна вот для моих торговых путей внутренних. Чтобы дополнительно еще производство шло. О, тут, кстати, можно и пригород уже построить. Раз у нас клеточки появились. Мне кажется, Америка должна быть уничтожена. Не могу строить кампуса, так хоть по фестивалю. И для последнего проекта уже инженер есть. То есть мне даже эти все там 100% вообще нафиг не нужны, оказывается. Мне главное техи открыть. Так, античность, античность, возрождение. Есть тематическая. Так, где тут еще у нас был? Промышленная, промышленная, промышленная. К сожалению, тут не совпадает никак. И героев так никто и не выкупает. Класс. 5 баллов компьютер умеет пользоваться героем. При этом, опять же повторю, у кучи этих религии дофигища. 101 вера, 141, 225 просто за 2. Ну, у него этого, по-моему, как раз героя нету. А, есть! Пожалуйста, Мулань. Просто 2 хода, и ты можешь ее выкупить обратно. А, нафиг. Покупать научили, а пользоваться не научили. Класс, очень мне понравилось, как я того ученого купил. Так, а что-то у меня какой-то город отваливается. Да блин, дайте прочитать. Маракайбу? Ля. Чё это он? Нет, все, уже не отваливается. Еще одного шпиона убил в ракетостроении. Я победил на всемирной выставке. Сразу всех... Этих можно нанять. А, ну я еще проекты закончил.
Фух. Так, давайте этого ученого, ради которого мы тут столько денег потратили, используем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, блин. Ну вот и где будет это последнее? Да, конечно, вот тут и начинаются проблемы у Вавилона. Но это не проблемы на самом деле. То есть я-то это открою. И даже, возможно, раньше всех них. Просто это медленно будет, вот и все. Jim said that beeswax. Так, исследовательские проекты завершены. Ну, видимо, я тут везде исследовательские гранты делаю, просто чтобы там, где есть наука. Обещал не строить, строить не буду, но проекты проводить надо. Воевать. Может пойти Корею все-таки добить. Как раз танчики вылечатся. Класс, полностью прокачанный шпион на контрразведку. Зашибись, меня там вообще, наверное, никто не может влезть. Вот так захватит. Все равно тырить нечего. Такие все сидят без ничего. А у Рима есть, но он убивает шпионов моих. Так, а кого я тут убил в итоге? Непонятно, кстати. Он не дал сорвать ракетостроение, но... Шпион не захвачен. А, нет. Убит шпион Империи Крит. Слушай, так это второй уже... Почему-то Крика мне посылает и посылает шпионов. Давайте увеличим за производство. Торговые пути пускай ко мне. И я получаю 2 очка дипломатической победы. Ну-ка. Вообще, за эту игру угадал хоть одно решение. Золото снижено к Хамурапи. Интересно, это ко мне имеется в виду или ко второму? Наверное, ко второму. И 2 очка опять Рузвельт. Но, мне кажется, он не успеет. У него 9 очков всего лишь, а у меня... Одно, один раз где-то угадал. Thank you.
Арена. Бомбардировщики. Подожди, где тут? Истребители перебрасываем. Этот я использовал. Опять не понимаю, где. Что-то я как-то этого использовал. Во! Вот истребитель. Почему он... Надо проапгрейдить, кстати. Блин, но они тогда будут больше алюминия тратить. И так не хватает. Сколько у меня шпионов? 6. А сколько убили? Наверное, штук 5. Так, у нас опять-то в контрразведку. Они там не могут прорваться. У меня в Вавилоне вообще только 2 района. На самом деле еще... 3, вообще 3 района, грубо говоря, в Вавилоне. Как-то маловато. Ну, пришло время человекоподобных роботов. 107 урана. 133 ход, 107 урана. Да-да, я очень коварен. Получаю какие-то техи из ниоткуда. Построил 3 фабрики, узнал... Ой, 3 мастерских, узнал, как фабрики делать. 7 я сужу. Ну, это за то, что я города уничтожаю. И цивилизации. Я Азимандия. Катастрофическое извержение. It has been said that arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity. Ну и, кстати, вот эту можно поставить тоже. Вот эти две надо ставить. Во-первых, 5% науки. Во-вторых... Ладно, давайте даже вот так и... Электронную коммерцию. Блин, у меня вот улучшенная баллистика как-то, и там расщепление ядра еще. Мне вот как-то нафиг надо. И это все равно лучшая баллистика, да? Нет.
Может, мне побольше тогда городов-государств засюзеренить? Там 5% я получаю. 11, 11. 8. Вот Лиссабон можно. 5. Сколько у меня послов вообще? 6. Мне вообще фес надо 3. Я сейчас... Американец же закончится скоро. И... Мехику вот так сделаем. Так, 175 науки. Ну ладно, 74% это, конечно, немного. Что на 74% ловят. Но у меня тут больше, знаете, выглядит как 50 на 50. Так, что дальше? Что дальше? Синтетическую технократию пошли. Интересно, как у меня культура? У меня тут столько шедевров, в принципе, я имею. Я имею в виду туризм, туризм. Не, ну тут туризмом невозможно победить без рок-групп. А рок-группы невозможны без веры. Блин, сколько я убил там шпионов уже? Одного поймал, другого убил. Do not build character. Город 57. Ну все, на этом, я так понимаю. На всякий случай еще истребителем пройдемся. Так, минус Корея. А как дышало, да? Как дышало? Все, великих ученых уже нет. Инженер. Кстати, новый инженер, но мне он нафиг нужен. Туризм дает. Слушайте, и компуса дают туризм. Может, взять по приколу этих двоих? Не, ну тут слишком много надо. И минус Америка. В принципе, можно тут еще и Кри заняться. Так, тут город отваливается, поэтому я его уничтожу. А, слушайте. Так, этот я разрушу. Этот я разрушу. А что, Америка не умерла? Блин, все-таки успел этот город присоединиться. И жопа, он не будет отваливаться, потому что... Ладно, давайте я с ним мир заключу. Потому что он столицей станет. Деньги еще с меня требуют. Ну ладно, хрен с тобой. Подождите. В общем-то, 3 цивилизации мной уничтожены. По-моему, я хорош.
Дальше я продолжу большими человекоподобными роботами. Да, блин, опять Пингалу украли. Из города. Расщепление ядра. Да, было бы очень классно, если бы он украл расщепление ядра. Слушайте, может, давайте я запишу уже концовку. Зачем мы тут дальше смотреть? То есть, ну, тут, по-моему, все очевидно. Тут ничего больше сложного и интересного не будет. Я не вижу, как я тут могу проиграть. Прямо скажем. Время только тратите ваше. Ну, Кри еще меня начинает осуждать. Не хочется мне с ним воевать. Точнее, хочется, но уже человекоподобными роботами. Хатама, я обратил внимание, что там Китай вообще разваливается из-за лояльности. То есть он потерял Ухань, сейчас Лунси и Сиань еще потеряет. И все. Просто сколько тут. Ну, хотя выправляется, видимо, потому что в золотой век. В какой он век вышел? Нет, нормальный. Странно. Ну, видите, теряет. Теряет он тут города. Короче, я тут пошел уже человекоподобными роботами Колумбию захватывать. И мне вот интересно... Армии Льянера приперлись, убили мне уже армию современных танков. И я боюсь, как бы эти армии Льянера и моих роботов не почикали. Так как бы, ну, богата падает, правда. В любом случае, да и сейчас там при поддержке самолетов все прилетит. Да вы смотрите, 242 науки у меня уже, это... Даже, в принципе... Ну, 400 вон у галлов. Ой, агента захватили. Так, давайте-ка мы... Во-первых, богату добьем, а во-вторых... Почикаем Льянера тут. Выпившихся. О, они больно, кстати, бьются. Так, давайте, у нас тут еще есть истребитель. Ну, вообще тут не так уж и много у Льянера. О. Столица Колумбии падает. Мне уже как бы пофигу, честно говоря. Я так, по прикольчику, пока там открывается все. Смотрите, еще прикол, как компьютер офигительно действует. То есть там уже народ строит, вот видите, Майя второй проект запускает.
Сулейман уже почти заканчивает стройпроект, да? Но как вы думаете, кто со мной вместе по науке? Византия. Внезапно, да? Вот, можете посмотреть, Василий II, Византия вместе вот тут со мной находится. Как вы думаете, он вообще что-нибудь строит? Он даже в космопорт не вышел. Я вообще не понимаю, как так можно играть. Смотрите, захватываю Каракас. Что я вижу в этом озере? Аж корпус. Ну, короче, три линкора, считайте. Три линкора. Я даже не представляю, какой был план. Он даже не может их вывести, если Плимут захватит, потому что здесь нету клеток больше, где бы сделать каналы. Компьютер, конечно, это что-то. Это просто что-то. Кстати, первая моя лаба в богате. Так, ну пришло время ядерку бросать. Мы все к этому готовы. Вот сюда попадаю, ровно три города. Накрывается, точнее, термоя... А, блин, не долетает. А, стоп, у меня вот тут есть еще стояночка. Все долетает. Три города. Сейчас в ядерном угаре. У Англии. И, конечно, я их заберу. Думала ко мне лезть, а? Ты ж посмотри. Так. Угу. Не могу дальше пройти, но тогда Ньюкасл Апартайм забираю. Так. Просто тупо сижу, жду последнюю деталь. У меня даже уже науки слетело. Я захватываю людей, у меня просто уже 343 науки. Больше только у араба. 501. Давайте смотреть, как там кто улетает. Да никто даже рядом нету никого. Вау, вы не поверите, турок таки купил... Улан, или как называется. Сколько мы ждали этого. О, Мулань. Все остальные герои как умерли там в средневековье, так и ну, турок наконец-то накопил и выкупил. Молодец. Так. Давайте дальше бомбить тут. Во-первых, Лондон. А, блин, не добегает. Вот чем роботы хороши, они в этом ядерном угаре с ними ничего не происходит. Спокойно можно захватывать. Города. Кстати, там уже Эфиоп подсуетился захватить, но мы ему не дадим. Ну вот. Англии практически нет. Так, сейчас ядерка полетит еще на... Вообще, наверное, не долетит. Да, я хочу сразу, знаете, так, чтобы... А, ну тут... Не получится сразу три города. Ну, хотя бы два города, чтобы накрыть. Давайте. А, вот у меня бомбы. А, стоп. Все, я смогу бросить. Так, если я сюда, то два города накрывает. Эх. Хорошая была страна Колумбия. Пока Вавилону делать нечего, оказалось, в ожидании улета на другую планету. Лондон сохраним. Бирмингем сохраним. Гуакиль сохраним. Куману разрушим. Так, ну я открыл последнюю ступень с помощью Сергея Королева. Запускаю ее. В общем-то, теперь мне осталось только ускорялки. Они тут будут. Явно это будет очень долго, так что... Давайте глянем... Что тут никто даже вторую ступень... Не, вторую ступень
Эти двое запустили, даже третью никто не запустил, им еще четвертую, так что и тут просто понятно, что уже победа. Ну, Англия уже полностью уничтожена, сейчас я дозабираю последний город Колумбии. Тоже... А, нет, слушайте. А, Куэнка еще, блин. Сорян, еще один город. Спал, что тут у нас есть флотоводец на две случайные техи, а, собственно, мне две техи осталось... И, видимо, ну вот, причем я сейчас открою уже, и вот межпланетный полет, я, собственно, следующим ходом начну улетать. Видите, раскочегарялся уже до 675, так что все зашибись. Давайте глянем, как этот флотоводец нам откроет последние две техи. Нет, только, кстати, технологию будущего не открыл, только межпланетный полет. Ну, я уже последнюю давно запустил, давайте глянем... Что у других, да, третью даже никто не начинает запускать. И самый прикол в том, что Василий так и остался единственным, видите, кто меня догнал. То есть он вот тут вот, а эти ребята максимум здесь. Очередной ядерной, термоядерной ракеты. Этот раз у нас Китай под ударом. Ну, у него и осталось три города. К сожалению, прям одной ракетой все три города не накрыть. Попробуем вот эти ближайшие. А потом, собственно, забираем их. Печаль. Эх, до Шумера, конечно, не доберусь, но... Ладно уж. Уничтожил Китай. Еще успеваю и на Шумера ядерку. Сбросить, но я тут уже практически улетаю. Один или два. Семь световых лет. Вход. Да, через ход победю. Так, ну, кажись, заканчиваю партию. Сейчас, конечно, если меня не заставят еще каким-нибудь юнитом походить. Нет, судя по всему, нет. Практически весь континент захвачен. Какие-то 663 науки... Ну, я, правда, проекты еще делал, но... То есть мне пришлось захватывать, просто потому что я вот решил кампуса не строить. Как видите, без кампусов абсолютно Вавилон изи сносит пол карты на 20 цивилизаций. Если бы я играл на карте на 12 цивилизаций, я даже думаю, я мог бы тут и военной победой победить. Я просто нацелился бы на столицы с моими ядерками и этими человекоподобными роботами. Их у меня... Просто немерено, по-моему. Ой, даже какие-то две ачивки получил. Babylon Rocker и Silver Anniversary. Интересно, что за Silver Anniversary. Надо будет посмотреть. Так, давайте пропустим мультик. Да, это имба. Вы знаете, и даже не особо... Вот, то есть, я бы эту цивилизацию назвал тренировочный полигон для тех, кто не помнит все... эти вот вдохновения для технологий. То есть, если ты это все помнишь, и, собственно, есть конкретные цепочки, открыл шахты, построил три шахты, открыл промышленные зоны, построил три промышленных зоны, три мастерские, открыл фабрики, поставил и уголь, поставил фабрики, поставил угольные мастерские, у тебя куча производства точно больше, чем у всех. То же самое касается арбалета. Вообще, вначале надо на арбалеты идти, вас точно никто не захватит. Вы видели, у меня там Корея и кто там еще приходил, и Шумеры. Вообще без шансов. Ну, кстати, вера игрока. Видите, я даже захватываю всех, у меня вера. Давайте посмотрим, как у меня наука шла. То есть точно так же. Три прачника строите, одним прачником кого-нибудь убиваете, открыли лучников, апнулись в лучников... Сразу открыли арбалеты, апнулись в арбалеты. Только вопрос денег. То есть вам желательно как можно быстрее еще и в коммерческий район выйти. То есть здесь, по-хорошему, кроме коммерческого района и промышленного района, вообще Вавилону ничего не надо. Ну, вообще, конечно, театрально еще потом. Ну, вот такая цивилизация, что просто изи бизнес. Да, блин, я даже по науке вперед вырвался. А вот я был последним, видите? Просто последним всю игру, последним. И вот тут, где я начал захватывать. Ну это... Блин, давайте... Я хочу посмотреть, где Корея у нас. А, ну вот тут я начал
Вот. Вот Сандок был, вот тут я ее начал захватывать. Умер. Троян. То есть вот все... Блин, жалко, тут нельзя посмотреть. А, хотя не, можно. Имейте в виду, что кроме этих графиков, на самом деле... Цивилизация... То есть, ну, не то чтобы... Да, я согласен, что в конце вы замедляетесь, потому что вам нужна наука. Но это я решил без кампусов играть. Никто не мешает вам построить кампус и намного быстрее это все сделать. Так, вот заходите в дополнительный контент, зал славы. У меня тут, кстати, нет военной победы только, между прочим. Надо, кстати, организовать военную победу, дуэльку сыграть, да? Историю заходите. Так, а где? В общем, у меня тут... А, это по очкам. Выбираете вот игру, которую вы играли, сведения. Ну вот, инфа. Обо мне тут... Можно 9 войн объявлено. Получено объявление 20. Всего лишь 3 руинки нашел, между прочим. 43 города завоен, нифига себе, 31 великий человек. Правительство синтетическая технократия дольше всего было. Интересно. А нет, предпочитаемая вот монархия, последняя синтетическая технократия. 6 ядерных ракет, всего лишь 7 юнитов потеряно. Сильнейший юнит истребитель, странный, думал, бомбардировщик. Так, ну и вот тут графики. В графиках можно посмотреть, например, количество открытых технологий. Вот. В каком месте, вот, смотрите. Вот здесь я просто на каком-то на 90-м ходу. Все. До свидания. Где тут? Да. Да и вообще никогда не отставал по количеству технологий. То есть Вавилон вообще очень себя хорошо чувствует даже на божестве. Что же на юнитов? А чего они меняют цвета постоянно? Не знаю. Кстати, тут не я больше всех уничтожил. Тут, походу, Колумбия воевала вовсю. Получено великих людей. Я... Ух ты, это кто так? Дидон, наверное, флотоводцев. На флотоводцах там сидела. Выбросы СО2 тут, несомненно, я... Золото не особо интересно. Ну, ядерное оружие только я использовал. Количество сражений, опять же, у Боливара больше всего было. А я на каком? Странно вообще. Вообще, я думал, у меня побольше сражений. Странно. Так, культура, мировое влияние. Это все неинтересно. Объявлено войн. Социальные институты. Да, в общем-то, все остальное уже не особо. Интересно, ну, создано чудес. Тут у нас галлы почему-то ломанули. А, не удалось, на самом деле, попробовать героев из этого вот режима легенды и герои. Просто потому, что их 12 максимум, а тут было цивилизации 20, и видели, я, собственно, в первой серии 3 раза не успел взять героев. И все, и дальше уже без шансов получилось. Меня бы там захватили, если бы на этих героях. Ну и что-то игра стала вылетать. Я до этого почти не вылетала. Если у вас тоже вылетает, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, это у меня только у одного так. На этом все. Спасибо, что смотрели. Прохождение получилось занимательным, конечно, но это too easy. Слишком легко просто, это как-то... Это не по-божественному, так сказать. Хотя и так, в принципе, лично мне не особо сложно, но это было совсем как избиение младенцев. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!